Да и эти барсы-то тоже там. Вчера вот и барсы вот и мед под Кременной показывали. Да это все сзади нас они сидят, эти барсы. Их и мало, человек по 7 всего. Да там пенсионеры они. Вагнер-то они эти, они зэки с наши, нижегородские. Мы с ними это воевали дня и 5. Они у нас жили. А больше их не видели. Они на БМПшках еще гоняются, показывали. Не знаю, когда они были с нами, они пешком-то уходили. Американцы что там, поставляют оружие до сих пор? Да поставляют. Вчера прилетел в соседний окоп, я осколок нашел, смотрю, там английские буквы. Показывали эти вчера ружья, которые квадрокоптеры забивают. Да у нас нет ничего. Польша, наверное, тоже что-нибудь хочет у них какую-нибудь территорию забрать. Наверное. Калининград они хотят забрать. Твоим-то не с Украиной, а считай, с Америкой, нахуй, с НАТО, на Украине. Тут он, пацаны приезжали, у них, говорит, это, какой-то снаряд пролетел, 4 метра это, глубина. И диаметр метров 30, да. 2 дня подряд они попадали. Сначала 2 Урал сгорело с этим, минометный расчет. А потом что-то еще сгорел, тоже Урал. Они как со всех сторон договорились и со всех сторон начали закидывать. Ну, у нас еще фосфором это, фосфора у нас много. Че, не понял? Наши, говорю, фосфором еще кидают. А зачем? Ну, выжигают их там 4000 градусов. Да. Это хуй подлеживают, мне кажется. С этим огнем и падает потихоньку вниз. Там даже кто в укрытии, все выгорают. Но их мало тоже, походу, у нас осталось. Там по 3 ракеты. Ясно.